Нам удалось пробраться сквозь баррикады и подойти к дверям Донецкой областной администрации. Как видите, все заграждения, установленные ранее, разбирают. Всего несколько часов назад это была тщательно охраняемая территория, которую сейчас полностью расчищают. Нам говорят, что здесь, по сути, проводят уборку. На подходах к зданию все просто сносят. Попробуем зайти внутрь. Никогда прежде не удавалось так легко сделать это. Пропуска нам не потребовалось. Здесь пусто. После референдума в Донецке начался официальный процесс формирования независимого государства совместно с Луганской областью. Захватив здание обладминистрации, люди защищали его. Здесь заседало руководство. Здесь была штаб-квартира Донецкого антиправительственного движения. Люди находились тут постоянно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Но теперь сформирована армия Донецкой Народной Республики, которая может контролировать ситуацию. Так что сейчас начался следующий этап. Теперь это здание находится под контролем только что сформированной армии. Пола Слиер, РТ, Донецк.